которого делают напиточки все. Вот они. Это такая деловая. Это класс дракона. Фрукт вообще ни о чем. Что вы как лекарство принимать? Вот. Скоро будет урожай. Такие розовые плоды с мякотью. Вот рассада глаза дракона. А вот сторож и сам владелец этой плантации. А я-то думал, зачем нужны вот эти столбики? Представляете, столбик. Садится вот эта штука. Ну, практически, мягко говоря, кактус или алоэ, как мы называем. Да? И вот так они растут. Заливчик. Ну что, как говорится, не делал, мы их не тронули в этом направлении. А вот бассейны для культуры. Прям возле реки. Кстати, уже третья река. Вот что значит горы. Вода бежит с гор, впадает в океан. А вот заполненный бассейн с аквакультурой. А вон аэраторы стоят. Аэраторы вращают воду кислородом. Для того, чтобы аквакультура дышала. То есть возле воды реальная жизнь. Если вот у нас возле воды были бы такие бассейны везде. Аквакультура, аквакультура. Хотя, если честно, у нас, наверное, просто... Начну с точки зрения, ну, очень богатейший край рыбы. Потому что, ну, не на каждом углу, но сейчас начну перечислять. Сазан, скуч, пелеть, рыбу, сом, щука, окунь, сарушка, лещ. Без проблем все это вы можете купить. Плюс налим еще. Мы тут недавно налили печень. Наконец научились готовить. Берешь печень, ложишь банку, маленько масло, потом на пару ее эту банку. Чуть-чуть там в течение получаса или часик поваришь. Получается такая печень свежайшая. Не, ну похоже маленько на консерву, конечно, но консерва отдыхает по сравнению с свежайшей печенью. Вот, пожалуйста, каждый, вот там этот лог, он весь. Да, весь таких бассейнов, где выращивают то, что вы кушаете в сифудах. Я не против, кстати, этих сифудов и против искусственно выращенной аквакультуры. Вот местность похожа на нашу, потом вам покажу. Дело в том, что если они кормят все это гамошными кормами, то я бы не советовал. Все-таки советовал покупать на развалы, таких как у нас, вот природную рыбу. Вот что она не съест, что попало, она выберет самого вкусного там червячка, самый вкусный планктон, самую вкусную растительность, которая ей нужна, самую чистейшую. И вот так действительно это будет тогда полезная рыба. Вот эта гамошная, вкусно выращенная, там гормоны роста и так далее, особенно от любителей семги норвежской, там конкретно, или мы купим, нет, мы выращиваем рыбу еще все, особенно производители. Видите, добывает глину, молодец, глина какая красная. Мы будем кушать семгу гамошную, особенно норвежскую. У меня это несерьезно, потом вы удивляетесь, что не дай бог, вот эти болячки вылезать начинают, поэтому мне кажется, производителям надо продуктов, которых они добывают, писать обязательно. Искусственно выращенная или океаническая, или ручная, это просто обязательно, это, не знаю, внести. Что-то я такого не видел, по крайней мере, что где-то на этикетках пишут. Не получается, так меняется ландшафт. Посмотрите, прям дюны. Пустыня Сахара, реально. Замечательный песочек. Ну, такую стенку, да, конечно, он не сломает, но сколько там сломанных простых стенок, сделанных из бетонных. И он на фоне идет вот там море. Фантастика. Пустыня упирается в океан. Что получается? Абу-Даби, что ли? Это буквально с другой стороны дороги, посмотрите. Сахара отдыхает.
высоких песков нет, но степи такие песчаные есть. Ну, это фантастика, вот только буквально были пальмы. А, слушайте, это искусственные посадки какого-то специального растения. Это знать, сексуальный сексолог, что вы знаете. Наверное, нужно для того, чтобы задерживать пески, чтобы они не жили бы отвалять. Деньги на путешествия. Я сразу извиняюсь перед всеми, если кто-то вдруг написал мне в Ютубе, я не ответил. Во-первых, мне 50 лет, во-вторых, я не интернетный человек, не могу включить вот камеру, фотоаппарат, там на телефон что-то снимаю, когда есть много места. Поэтому и писать для меня это очень сложно. Хотя я в армии, в штабе, слава богу, через 6 месяцев работал писарем в Ростове-на-Дону. Да, мне так круто повезло. Сестрёнка попал туда. Штаб СКВО по строительству и расквартированию войск. Кто со мной служил, всем привет. Но, тем не менее, печатать для меня это мука. Поэтому всех прошу простить. Так вот, зачем тратить деньги на путешествия после 50? Если вы уже детей практически вырастили, куда их тратить? Это раз. Ну и второе, если кому-то не хватает каких-то вещей, там, не знаю, мотоциклов, телевизоров, холодильников, например, вот в США делают специально людей малограмотными. Ну, как бы, так, кто хочет учиться, то да, а кто не хочет, то особо там никто не настаивает. Для чего? Для того, чтобы сделать общество потребления, больше холодильников, больше телевизоров, больше жрачки. Вот я всегда сходил в буфет, больше никогда никому не советую, потому что, ну, объелся реально от жадности. Не стоит этого делать. Вкусно все, но потом получают такие толстые американцы. Кстати, на американцев я не качу голодным. Замечательная страна, замечательные люди в основе своей. Ну, то, что там толстые, это, конечно, печально. Поэтому, когда на кого-то нападает, я стараюсь защищать. А когда, наоборот, сильно хвалят, то я могу, да, унести ложку дегтя. Такое... Не знаю, меня сделали. Поэтому я, конечно, еще раз прошу прощения. Кто прощения попросил, того будет 100 сил. Просите прощения друг друга. Поэтому общество потребления. Потом, кстати, все эти, они ведут к этим кризисам, которые вот сейчас нас настигают иногда. Или перехапают чересчур, или недохапают. Кстати, производство выросло, а потребления нет. Все, куда людей девать? Естественно, увольнять, сокращать рабочие места, замораживать фабрики. Ну, в общем, все ясно. Вот тут уже вышла группа. Так вот, а ты в банк только нас не предупредил, да? Да. Ну, почему еще? Мысли в порядок, раз. Потом одиночество лечит стресс и тревожность, два. Это, кстати, всем советую. И третье, потом на контрасте на этом, вот вы были одиноки, через 10 дней встречается семья с Борей. Представляете, какое счастье. Вот, вы так счастливы, конечно, но вот счастье будет умножить на 10. Ну, еще не знаю, я себя, конечно, боюсь творчеством не впечатлять, но все творческие люди были одиночки. Писателя нет, не художник. Ну, требуется иногда быть одному. И еще одиночество укрепляет самостоятельность. Бывает такая расслабуха, я тут уже какие-то тонны питания потерял, какие-то баллы уже потерял. Ну, как веду себя, как лохотрон бывает, натурально. Поэтому полезно быть одиноким иногда. Когда сам за себя отвечаешь, когда, например, от гостиницы в гостиницу переехать, там заранее встать, заранее собрать документы. Ну, вот это
троечка. Вот, скорее всего, у меня такая же будет. Зона берега океана. И дюны рядом. Потом снимем. Вот, кстати, переезд в отель. Ну, такой троечка, кстати. Любимая тройка. Я не знаю, чем они лучше всяких четверок. Если хотите, я вам сниму завтра завтрак. Ну, тут там мой сосед, надо будет познакомиться. Нормальная пальма, нормальный бассейн. Там 5 минут море. Я думаю, нормальные соседи будут. Ну, трояк. Я не стал вам снимать там у себя. Потому что там был бардак у меня. Я же мужчина. Тут просто я еще не успел просто вещи разложить, потому что снимаю первый-последний раз. Да хватит одному, товарищи, не надо злоупотреблять. Не надо заражаться вещизмом. Запомните, вещизм делает из людей, сами знаете кого, осликов. Я про Незнайку не говорил. Переселись в другой отель, обратите внимание. Ну, смотрите, я лежу не под кокосовыми пальмами. Ну, хотя вот это, конечно, она не высокая пальма, кокосы вот буквально. Кстати, их можно взорвать, не проблема. Но легче денег заплатить, чем использовать эти. Нужны мачете, нужен холодильник, нужен лед, чтобы был холодный. Как, кстати, кокосовый сок, кокосовое молоко, ну, неважно. Ну, в общем, прежде чем ложиться, посмотрите вверх.